Сегодня в Чебоксарах открылся чемпионат МВД России по легкоатлетическому кроссу. В нем примут участие 553 спортсмена из 65 регионов страны. Женской половине участников предстоит пробежать дистанции 1,3 километра, а мужчинам 3,5 километров. Кроме того, в заключительный день спортсмены будут соревноваться в смешанной эстафете. Многие сотрудники Министерства внутренних дел – профессиональные спортсмены. Сборные команды МВД регулярно принимают участие в крупнейших спортивных форумах среди полицейских и гражданских. На Лондонской Олимпиаде в российскую сборную входили 102 спортсмена, сотрудника полиции. Они выступали в 22 видах спорта и принесли сборной почти треть от общего числа завоеваний. Наград. Забег был очень сильный, очень достойный. Все после чемпионата России, после чемпионата мира, все приехали сюда. А все участники финала чемпионата России, все убежали здесь. С ними соперничать было очень тяжело, так как бы сезон закончила. Больше всего отдыхала. Но я постаралась, что смогла, то и сделала.